Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании ASM, модель под номером 32032. Это у нас модель K86A. Ну, в принципе, это тот же у нас брюкер, только для версия, модификация для Японии. Так как самолет брюкер Германия выпускала в большом количестве, было выпущено более 5000 экземпляров, и данный самолет был экспортирован в 23 страны. Один из этих стран сейчас у нас на обзоре. Это у нас самолет японских военно-воздушных сил. Вообще, это у нас учебный боевой самолет времен, получается, как Второй мировой войны. Ну, вообще, использовался во времена Второй мировой войны. Давайте посмотрим. Первое, что красивый красочный буксар. Далее. Мы сейчас его аккуратненько откроем. Как хорошо буксар у нас. А что ж такое-то? Ну ничего, мы сейчас тебя откроем. Все, ура! Мы его победили. Далее, коробка с плотного картона. И здесь у нас пакет с ледниками. Инструкция декали. Давайте посмотрим. Декали компания ASM выпускает на новой бумаге, которая прекрасно приклеивается, переводится, и все у нас отлично. Декали вообще классные, очень нравятся. На всех последних моделях это, да? Какого последних уже? Давно уже выпускается на новой бумаге. Далее. Так, ой, маленечко свет добавим. Чтобы было инструкция. Инструкция у нас в виде журнала, формат А4. Давайте покажу вам номера цветов, которые компания ASM предлагает для окраски данной модели. Здесь у нас первое, что это технические характеристики самолета. Первый у нас лист глянцевый, все последующие листы матовые. На первом развороте мы видим у нас ледники. Красным цветом указываются детали, которые не будут использованы при сборке данной модели. Тут мне довелось посмотреть инструкции других производителей, и хотел бы я сразу остановиться. То есть я в последнее время собирал только модель компании ASM, и тут такой думаю, ну что-нибудь там другое соберу. Взял коробку, открыл, посмотрел. Закрыл, убрал. Наверное, надолго, пока другие производители не начнут делать нормальные инструкции. То есть все четко, каждый шаг прям подробно показывается, что куда идет. Поверьте, это прям для. Это по данной инструкции даже ребенок соберет модель. То есть все подробно описано. Не так, как там один лист, там все навалом. Это, конечно, очень неудобно. А здесь журнал, пожалуйста, все видно, все наглядно показано. Что, куда каждая деталька описывается, как краситься, как приклеить. Может, что-то даже клеить не надо. Все это показано значками. На первом листе расшифровка есть значков. Это вообще мне инструкция в компании ASM очень нравится. Модели последние, все вообще по стыкуемости тоже суперские. Так, здесь, может, кто не знает, на предпоследнем листочке у нас это расчалки. То есть, как натягивать правильно расчалки, как они располагались. Очень помогает при сборке. Мне понравилось тоже тогда, что показано, где, как и что. Далее, и здесь у нас дано на 4 модификации. Первая у нас Малайя 45-й, Маньчжурия 45-й, Татиарай 45-й. Кстати, интересно, такой желтый самолет прикольно смотреться будет вообще с иероглифом. Классно, правда, интересно, необычно. И Маньчжурия 45-й. Также на хвосте есть иероглиф. Тоже так прикольненько будет смотреться. Осталки. Модель у нас в 32-м масштабе. Может, кто еще вдруг не понял. Далее.
Ну, давайте с прозрачного пластика начнем. Прозрачный пластик. Ну, ладно, скрывать пакет не буду, скажу так. Здесь у нас даны два стекла. Смотреть через них вы не будете. То есть через них у компании 7 прозрачный пластик шикарный. То есть даже здесь эти стекла, хоть и не маленькие, пролиты классно. Ну, самолет он открытый, и все внутренности кабины будет видно как бы через открытое пространство. Далее, здесь даны две приборные доски тоже. Интересно. Далее, следующий, ну, вот такой маленький летничок. Это у нас капоты здесь. Шасси из двух половинок. Ну, колеса шасси выполнены из двух половинок. Так. Проливка хорошая. Каких-либо дефектов на данном леднике нет. Далее, следующий у нас ледник. Хотел бы обратить внимание на отличную имитацию провиса полотна. При окраске, если вы хорошо поиграете с тенями, то можно очень выделить эти провисы, будут смотреться очень эффектно. Далее фюзеляж наш, капоты также. Толкатели на внутренних частях элементов. Каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Ну и последний ледник. Также имитация провиса полотна. Двигатель. Кстати, двигатель. Двигатель дан, то есть можно сделать с открытыми капотами. Это тоже прикольно. На юнкерсах уже много видел я, как делают люди открытые капоты. Это смотрится очень круто. Поэтому думаю, на данной модели тоже это можно сделать. И будет смотреться так же классно. На данном леднике большое количество мелких деталей. Все пролиты шикарно. То есть дефектов на них нет. Модель просто супер. Вот и закончим наш обзор. На такой. Если вы собираете 32 масштаб, да если вы просто любите авиацию, то данная модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.